Вечер добрый. Сегодня с небольшой задержкой для вас играет группа Dixie Purple. Мы играем, да, правильно. Мы играем вещи старые, но знакомые. И совсем в незнакомом виде. Это будет что-то из 60-х, 70-х и 80-х. Вот уже первые звуки оттуда. Только что вы могли услышать. Это что-то было. Это было что-то. Что-то уже было. Первая песня из репертуара группы. Нет, не говорите? Ну хорошо. Дадим вам право отгадать. Я думаю, это слишком будет простой вопрос. Ну, в конце вы это название, я думаю, скажете. Итак, Dixie Purple. Thank you.
Если бы сказали чуть позже, то я бы сказал, что вы получите. А так как вы сказали раньше, я не успел сказать, что вы получите. Хейджу, правильно, группа Валерия Мила, Битлз. Немножко перепутал, просто похоже. Да. Следующая песня. Ладно, объявлю. Может, кто-то не знает, потому что песня старая. Pink Floyd. Фамилия и имя. И Флойд. Розовый Флойд. В переводе на русский. Розовый Флойд. Был такой композитор. Вот сейчас одну из его песен мы и сыграем. Thank you.
Артем Федотов, барабаны. Правда, он здесь соло не играл. Песня называлась «Another Brick in the Wall». А следующая песня такой малоизвестной группы. А, кстати, можно чуть-чуть хэт мне в монитор дать? А и в монитор пианиста чуть прибавить его же инструмент. Как он там? Пианино. Рояль. Да? Пришло? Вроде да. И мне хэт чуть-чуть, если можно. Следующая песня из репертуара группы Kinks. Kinks. Не Kinks, а Kinks. Я не знаю, что в переводе означает, но песни хорошие. Из далеких 60-х. Это наоборот, как Queen, да? Queen, а это Kinks. Ничего похожего, но тебе почему-то кажется, что рядом. А мне так не кажется. Истина всегда где-то рядом, между двух. Посередине. А песня называется «Sunny Afternoon». Thank you.
Айда, Артём. Все вовремя. Следующая песня из репертуара всех любимых в Советском Союзе итальянцев 80-х годов, товарища Тото Кутуньо. В том-то и дело, что Тото Кутуньо. Thank you.
теперь обратно в 60-е. Группа Shocking Blue исполняла много разных песен, но одна из них стала невероятно популярной, а именно, никто не скажет? Ну да. А как в народе называлось? Шазляра, точно. Кто сказал, сядьте поближе. Будем говорить тихо, чтобы было слышно. Шизгара! We'll be right back.
Всех шокировало. Следующая песня из репертуара одного известного английского пианиста. Называть? Известная песня, не стоит. Ладно. Можно не играть. Кстати, он сегодня должен... Да, можно не играть, логично. Потому что ты ее не знаешь. Ну, сейчас узнаешь. Он должен был сегодня с нами сыграть, но не смог, поэтому заменяет его не менее известный пианист Дмитрий Яковлев. Песня называется «Goodbye, Yellow Brick Road». Видимо, никто не знает. Ладно. Что это за пианист, объявим потом. Thank you.
его сегодня заменил. Совсем неплохо. Следующая песня из репертуара группы «Аха». Аха. Аха. Кто помнит? Никто. Значит, будет. Это будет что-то новое в мире музыки для вас. Для нас. Песня называется «Take on me». Веселая такая. Thank you.
И последнее произведение в этом музыкальном часе. Не французское, не угадал. Какие еще есть версии? Не итальянская. Не американская. Дим, еще раз не угадаешь, и будем без тебя играть. Элтон Джон назовем вообще. Он обещал, тем более. Итак, страна, вышедшая недавно из Евросоюза. А, все, я проговорился. Ладно, будем играть. Буэнос-Айрес. Он еще не вошел. А, группа с такого маленького острова. Нет. Маленького, но очень гордого острова. Группа называется Queen. Thank you.
И кларнет. Андрей Данилин, бас-гитара. Артем Федотов. Читающий санатский во время концерта. Дмитрий Яковлев, заменяющий Казана Джона. Вадим Зайдин, труба. Викси Пепол. И 15 минут перерыв.
Комиссия пришла. Шоу «Голос». Шоу «Войс». Ну и как, проходим? Хоть куда-нибудь. А, не все повернулись. Слушай, отлично, выбирай. Скажи спасибо, что правильно повернулись. Спасибо. Ладно. Песня. Опять возвращаемся к легендарной группе Beatles. И песня всего лишь навсего самая малоизвестная Дмитрию Яковлеву, пианисту. Сейчас будет с ней знакомиться прямо на сцене. Не успел порепетировать сегодня. Да. Кстати, он участвовал в ее написании, только припев. Ну да, было такое. Просто молодо выглядит. Песня называется «Yesterday».
прославил эту песню, которая называется «Комиссия молчит». Видимо, ты очень серьезен сегодня. The House of Rising Sun, грубо говоря. О, все сразу оживились. Да, итак, начнем. Thank you.
Дмитрий Яковлев. Рояль. Марат Галиев, саксофон, кларнет. Надим Зайдин, труба. Дима, не так грустно. Не так грустно, потому что следующая песня называется очень, да, она очень веселая. И называется... Опять лучше не говорить. Ладно. Танцуют все. Подпевают тоже все. Метро сейчас закроют, давай начинаем. Какой метро? Это до часа работает. Метро до часа, правильно. Но он до часа будет разговаривать. Вот и закроют. Кстати, Кольцевой, проспект Мира это закрыли уже. Это по пересадке в час, а метро закрыли. Метро, вот вход в час и закроют. Не могут. Ну, давай. Thank you.
и Рамина Пауэр. Был такой сладкий дуэт. Но, к сожалению, он распался. Не из-за нас абсолютно. И вообще. Об этом как атомы распадаются, да. Об этом писала желтая пресса. Мне просто кто-то сказал об этом. Я не читаю. Ты, по-моему, говорил, Артём, нет? Конечно. Если тебе бабушка на концерт звонит. Так, смс-ки пишет, да. Вот она там и рассказала про эту грустную историю. Телефакс пришел. А следующая песня... О, опять они же. Альбана и Рамина. Но песня была веселая, сейчас грустная. Ну да, согласен. Белый танец, да. Если кто-то поел, то можно танцевать. Если кто-то еще ждет блюдо, то, конечно, лучше подождать. А то принесут, вы танцуете, и блюдо остынет. Итак, белый танец по-итальянски. Thank you.
Артур Дмитрий Яковлев. Он ему в свое время ноты переписывал. Вот и запомнил эту мелодию. Марат Галеев, тенор, саксофон. Да. Но Артему Федотову пока не буду представлять, у него соло не было. А вы его и так помните. Следующая песня. А, не песня, потому что пьеса инструментальная, звучала всем известно в фильме «Начало», но не современное «Начало», а «Начало» с Чуриковой, звучала в конце, и вот она благодаря этому фильму стала. Современный тоже хороший, но я не смотрел. Все время прихожу поздно с концерта, а он кончился. А видеомагнитофон не работает, кстати, ты обещал починить. А, песня из репертуара группы Shadows. Man of Mystery. Тяжело. Да. Похлопаем. Артем Федотов в первом отделении сыграл соло на барабанах. И сейчас... Ты что плачешь? Играй давай. Артем. Будешь играть соло, позвони. Давай.
Артем Федотов, барабаны. Дмитрий Яковлев, рояль. Третья часть. Он потом сыграет, когда мы уйдем. Классическая музыка будет. До часу ночи, пока метро не закроется. Я не шучу. Ты обещал. Слово дал, слово взял. А он такой. Не поймаешь. И последняя песня перед классическим отделением, которую все-таки сыграет Дмитрий Яковлев. Что у тебя в программе, кстати? Заключительная, да. Крайняя. Это в очереди крайним будете. Здесь у нас крайних нету. Ну, только ты с краю сидишь. Кстати, начинай. Ты крайний, ты начинаешь. Давай, Deep Purple. Устрой, ты же можешь. Ты можешь? Давай, Ян Пейс. Что? Денег нет, Артем, так начинаем. Сам. Не получается, так скажу. Давай темп дам. В чем, собственно, проблема? На репетиции было что-то такое. Ну тоже неплохо. Ну да, концептуальное что-нибудь. В общем-то, я не против, мне уже нравится. Давай. Ну, Deep Purple, так Deep Purple. Thank you.
автор. Ой, без конца. Марат Галеев, кларнет, саксофон, автор слов, который он не смог спеть, там неприлично. Дмитрий Яковлев, рояль. Я Вадим Зайдин, труба и группа «Светлый путь». Дикси Пёпл, спасибо. До встречи на следующих.